Я прекрасно понимаю, что многие из вас ждали все тайники, но, как и всегда, я ставлю в приоритет новые моды или крупные обновления на уже существующие. Сегодня такой случай. Мне в руки попала обнова сборки от Димасфена, видео по которой я периодически делаю. Если не забуду, то оставлю ссылку на плейлист, где можно будет проследить, как развивался проект за определенный участок времени. Также в описании вы найдете ссылку на группу сборки, откуда и можно будет скачать актуальную версию. А сейчас не забудьте поставить лайк и приятного просмотра! Итак, друзья, мы с вами находимся в баре. Именно тут у какого-то из NPC активируется новый квест, который появился в этой версии сборки. И проходит этот самый квест на локации «Восточная свалка». Достаем фонарь, включаем его. Квест уберется у профессора, который тут сидит в небольшом научном комплексе на территории бара «Сторинген». Вот он там что-то ковыряется, высматривает. Давай поговорим с ним. Профессор Лащинов или Лощинов. Привет, док. А что у вас тут за лаба такая? Добрый день. Не лаба, а лаборатория. В таком темпе вы скоро перейдете на тюремный жаргон. И чему вас только зона учит? Ладно, ладно, не кипятись. Так что вы тут делаете-то? Да еще и вы долго на базе. Как вам известно, в условиях зоны поставки с большой земли немного ограничены. В том числе и жидкого топлива. Генераторы заправлять становится сложнее. Поэтому было принято решение об изучении и разработке альтернативного источника питания. Но не кровососа же нам в самом-то деле заставлять педали крутить. Вот и изучаем тут возможности аномалий и артефактов. Кстати, не хотите подзаработать? У вас есть шанс приложить руку в развитии прогресса по изучению АИП. По поводу кровососа и педалей, возможно, это отсылка. Видел какое-то видео в интернете, где кровосос на велосипеде катался. Было смешно. И чем же я могу помочь? Для некоторых экспериментов нам потребовались определенные радиоактивные вещества, которые в зоне не так уж просто раздобыть. А, нет, док, в саркофаг я не полезу из реактора руду выковыривать. Потом светиться буду как елка. Саркофаги тебе не требуются. Когда-то на территории Восточная свалка вывозили химические и радиоактивные отходы для захоронения. Возможно, стоит там поискать. Нужны контейнеры с радвеществом. Думаю, 12 пока хватит. Добро, попробую поискать. Вот и хорошо. Расспросите там местных. Может, они знают, где искать. Ну и можно какую-то работу спросить. Обычную вроде нет. Продает он комбинезон Сева за 101 тысячу. Но у меня пока такой стартовый набор снаряжения. Профессор находится тут, но у него еще здесь есть исследовательский комплекс. Смотри, какие-то артефакты лежат. Что-то там это то. В общем, будем помогать искать профессору альтернативный источник питания, вернее, помогать в его разработке. Разыскать контейнер с радвеществом для профессора. Отправиться на территорию Восточная свалка и отыскать контейнеры с радиоактивным веществом для экспериментов по АИП профессора Лащинова. Нужно расспросить местных, может, подскажут, где искать. Восточная свалка — это вот. Правильно? Да. Переход сюда есть с локации Кордон. Не забывайте, что Темная Лощина и Кордон стали одной локацией в какой-то версии Call of Chernobyl. Поэтому теперь это одна локация, тут пробегаем, идем и сразу же переходим на Восточную свалку. Ну, Восточная свалка так Восточная свалка. Пойдем. Итак, друзья, я на локации. Находимся мы тут, как раз возле перехода на Кордон, с которого мы появляемся. И вижу, что где-то рядом присутствует у нас лагерь. Тут есть техник, механик, торговец, так что думаю, стоит держать путь именно туда. Локация в целом выглядит таким вот образом. Много каких-то, я вижу, железных отходов. Чем-то похоже на кладбище техники, но техники тут по минимуму. Хотя вот, что-то все-таки присутствует. Локацию разделяет железная дорога. Не пополам, конечно, где-то 40 на 60. И уходит эта железная дорога куда-то вниз. Что ж, хорошо. Направляемся в лагерь. Ну и давайте смотреть, осматривать, что здесь и как. А здесь у нас бескрайние просторы какие-то прям. Во-о-о. Что это за такие бочки? Интересно, их ли надо подбирать? Сомневаюсь. Но это, видимо, те самые отходы, о которых нам говорили, которые перевозили откуда-то куда-то. Давай не будем пока что приближаться к этому, а все-таки сначала поговорим с теми, кто живет тут. Итак, захожу в деревню. Тут у нас какие-то как будто бандиты, но по факту ренегат Артур Болтун. Ну и с кем же надо поговорить? Правда, тут есть один нейтральный все-таки. Это кто? Тоже ренегат, но почему-то нейтральный. Достаем фонарь и входим в здание, в котором у нас находятся важные персонажи. Ну вот, например, техник. Причем он как будто в севе. Перфоратор. Здорово, это ты тут хорошо знаешь здешнюю местность? Ну, смотря что тебе нужно. Говорят, тут можно найти некие контейнеры с радиоактивным веществом. Думаю, я могу тебе помочь. Но, естественно, не за спасибо. Ну а как иначе? В зоне по-другому не бывает. В общем, слушай сюда. Тут недавно околачивались 4 долговца. У одного из них был ствол хороший. Мне очень зашел. Хотелось бы его рассмотреть поближе. Ну, как сам понимаешь, этих троих завалить мы не осилим. Вот принесешь мне этот ствол, а я тебе подскажу, где искать. То есть ты мне предлагаешь валить этих долговцев? Да как хочешь, можешь выторговать ствол, а если силенок хватит, то завалить. Кто их тут искать-то будет? Ладно, говори, куда пошли эти три товарища. Попробуй достать этот ствол. Вроде они собирались в старую церковь идти, там еще.
Ага. Также можно было отказаться от этого и самому поискать. Ну, возможно, если ты знаешь, куда целенаправленно идти, то есть смысл отказаться, чтобы не портить отношения с долгом. Вот она церковь. Там тоже есть какая-то кроватка. Поехали туда. Вот основной дороги. У нас тут есть небольшая такая тропиночка, которую еле видно. Именно по ней мы идем в сторону церкви. Давай взглянем, что тут у нас. Во-первых, вода. На самом деле, тут вроде как поработали над водой, и она может очень хорошо отражать. Сейчас это выключено, но вот смотри, значит, как она выглядит сейчас. Далее, сохраняемся на всякий случай. Заходим в опции, расширенные, и включаем мягкая вода. Применить, сохранить, и перезаходим в игру, потому что так ничего не применяется. Вот, в общем-то, как выглядит отражение. Перемотайте обратно. Если уже забыли и посмотрите сейчас, выглядит это все вот таким вот образом, как бы отражается здание. Я думаю, что... Ух ты! Ты кто, дурак? Какой кабан? А, это не кабан, это медведь получается. Охренеть. Это что ты со мной собрался делать? Почему ты меня к себе развернул? Ладно. Это жесть какая-то. В общем, нету тут никаких долгоцев. Их сожрал, видимо, медведь. Да, судя по всему, именно так. Бежим отсюда. Быстро перезаряжай, быстро, быстро, быстро. Благо, во время перезарядки он умеет бегать. Не стоим на месте. Бегу, сломя голову. Мне вообще хватит 20 дроби? Все, что ли, слился? Кажется, да. Замочил такие бандита. Матвей дохлый, сом асхоль. Кого это, что такое? Что он там написал? Так, достаньте нож, достаем, и ничего, по-моему, с него не выпало. Кстати, а тут нет такой системы, что на более сильного мутанта нужен более крутой нож, да? Видимо, нет. Так, смотрите, еще кое-что очень прикольное. Тут появилась сортировка инвентаря. Вот это не хватало мне очень давно. Насколько я знаю, сейчас такое есть в Anomaly, теперь есть в этой сборке. То есть, если у тебя куча всего, просто куча, и тебе там что-то резко надо найти, например, какой-то артефакт, ты просто нажимаешь артефакт, и будут показываться только они. Ну, сейчас у меня никаких артов нет, зато вот есть. Но немножко я не понял, почему медицина отображается в ключике и молотке. По идее, тут должны быть всякий хлам для крафта, вот такие вот всякие вещи, и там клей, смазка для оружия, инструменты, ну, вы понимаете. А вот если нажать аптечку, то только хлеб показывает. Ну это ладно, это я думаю еще пофиксит в будущем. Обращаем просто на это внимание. Тут будет броня, патроны, пожалуйста, патроны, оружие. Но оружие у меня в слоту стоит. Но если сделаем вот так вот... А, так не убирается? Смотри, вот, делаем так, потом опа, показывается отдельно оружие. В общем, фича невероятно полезная, супер просто. Очень рад, что наконец такое появилось. Ладно, что у нас тут-то? Долговцев никаких нет, их, судя по всему, пожрал медведь вот этот, который на меня напал. Давай разглядывать. Раз, два, все дела. Смотри, сразу же вижу кровь, кровище просто... Кто? Кровосос еще? Да вы что, прикалываетесь, что ли? То есть медведь и кровосос? Че это они тут вместе-то забыли? Ты где, тварь? Не пойму, короче, где этот кровосос? Он вроде бы меня видит, но ко мне не идет, зараза. И вообще, опять-таки, я не понял. Кровосос и медведь? Может, он залетный какой-то, заблудший? Ладно, ух ты! Вой! Ты кто такой, мать? Ты кто, больной? А ну-ка. Два выстрела в голову хватило, благо. И вот тут самый долговец, судя по всему. Опять-таки достаем фонарь. У меня нет налобного фонаря, его надо отдельно покупать. Смотрим. Вот долговец, вот тварина. Ну-ка, что это у тебя там за пушок такой? Ой, обыскиваем щупальца. И долговец. С него падает тайник вроде как. Есть записка. Заметки сталкера. Хотели переночевать в церкви, но напала какая-то тварь. У остальных вышло уйти в лагерь военных. Мне не повезло. Сильно подрали. Долго не протяну. Все остальное забираем. Ну и калаш, видимо, это что ли хотел себе? Ренегатовец. АК. Взять все? Добраться до военных? Новое задание. Не понял, зачем мне военные? У остальных вышло уйти в лагерь военных. Мне не повезло. Короче, ясно. Получается, что долговцы остальные выжили и ушли. Хотя тут есть еще, если честно, труп. Используем аптечку. Например, вот смотри. Какой-то... Покойный сталкер, тоже подранный жестко. Наверное, не в этот раз его подрали. Но с другой стороны, когда сюда заходили долговцы и увидели эти трупы, у них что, в голове не появилось там какой-то. В общем, это логово твари, скорее всего, было, типа. Только я не понял, какой. С одной стороны, на меня напал медведь, с другой стороны, на меня напал кровосос. Я думаю, что все-таки кровосос имелся в виду, потому что он прям был на трупе и все дела. Так, а что там вообще? Найти оружие для перфоратора? А, то есть это все-таки не тот ствол. Теперь сюда, лагерь военных. Все, погнали. В общем, классно. Тут у нас какие-то грибочки. Рвать их, разумеется, нельзя. Представляешь, какой-то сделать мод для сталкера, в котором можно будет готовить. То есть, типа, собирать грибы по зоне, мясо мутантов, которые и так есть. Может быть, даже рыбу ловить. Не, ну ладно, не туда меня понесло. Просто я любитель таких всяких вещей. Ладно, а в общем, еще какая-то аномалия огромная, огненная. Ну-ка, подойдем к ней, чтобы ее отметить. А она, зараза, не отмечается. Все, аномалия вулкан. Наверняка тут есть арты, но вот только у меня нет детектора, чтобы искать. Кстати, смотри, ставим сюда автомат. А сюда вместо ножа мы ставим, знаешь что? Пистолет. Ты прикинь, теперь три ствола можно с собой таскать. То есть, на один теперь пистолет, на два, а автомат на три, ну, дробовик. По крайней мере, это мой набор такой. Здесь для налобного фонаря место, шлем, бинокль, рюкзак. Да, кстати, можно находить более крутой рюкзак, и, соответственно, будет больше вместимости. Пойдем дальше, к тому самому лагерю. И вроде бы я даже уже подхожу, и вижу отсюда какие-то. Ого, там я видел тварь. Опять кровосос. Нет, ну это уже ужас. Так много этих тварей. А у меня что по дроби? Дробь еще есть. А ну-ка, где эта тварь? Давай бегать, заберемся на палатку, наверное. Или она тоже застряла? Не понял, где эта тварь? А, ну, наверное, отметка отмечается или что? Или как? Да. К сожалению, в общем-то, тут мутанты почему-то зависают. Ты посмотри, какая лютая тварь.
тварина, а? Ты посмотри на это действительно что-то ужасное. У него почему-то разные глаза, и это пугает. Но, к сожалению, они зависли, и мне это только на руку, потому что я могу его расстрелять безнаказанно. Надеюсь, что когда эту версию пустят в общественный доступ, данный баг пофиксит, и они действительно будут рвать задницу. А ну ты что такой живучий? Это, кстати, босс. Да-да-да, это босс-кровосос, это Strong Love. Все, он уже раненый. Ставь лайк, если это ты, когда бегаешь на физре, и у тебя заболела печень уже на втором кругу. Просто жизненная, постоянно такое. Я вот вчера вышел просто пройтись до магазина, у меня то же самое было. Бог заболел просто от того, что я ходил. Вот настолько малоподвижный образ жизни я веду. Ладно, добиваем кровососа. Уже патроны кончились для дробовика, придется брать автомат. Готов. Ух, ну ты тварина. А ну-ка, достаньте нож. А, вместо ножа у меня пистолет, поэтому берем нож. Щупается кровососа, мясо кровососа. А чё не стронглава? Он какой-то такой. Ну это, наверное, не стронглав, но тварь страшнючая. Итак, очередной долговец. Что это у него тут, шоколадка? Да, и записка. Решили скрыться от мутантов в лагере военно. Но как оказалось, твари и тут всех разодрали. Двоим из сквада удалось убежать на болото. Забираем. На болото, значит. Давайте осмотрим лагерь военных. Куча палаток, рюкзачок, кстати, давай обыщем. А ну, рюкзачок имеет две бутылки воды и заряд ВОК. Ну, это типа тайники рандомные. В общем, лагерь военных, в принципе, выглядит неплохо. Тут дрова, антуражненько, согласитесь. Ржавая машина, бронежилеты сушатся. Вернее, это разгрузки, а не бронежилеты, получается. Правильно же я говорю? Вроде да. Но с военными что-то тоже случилось. Видимо, тоже их подрали кровососы. О, еще тайничок. Находим подствольный гранатомет АГ-36. Нехило. Снова грибы. К сожалению, и тут долговцев застали врасплох. А у меня теперь проблемы с патронами. Фиксирую медведя впереди. Раз, два. И хрена себе мишки вышли погулять. Сразу вспоминается видео, где люди снимают, как реально медведи выходят на дорогу, реально гуляют. В общем, болото у нас тут. Идем в ту сторону. Где-то что-то искать там. Опа, меня заметили. Ну нет, не надо ко мне идти. Пьем воду, а то у меня что-то с выносливостью плохое. И неплохо было бы использовать энергетик, которого у меня нет. Где-то на болоте два бойца. Правильно понимаю? Правильно. Опа, вижу первый труп. Не понял, а что это он тут делает. Видели вот только что? Смотри, спускаюсь и труп на мини-карте. Поднимаюсь и исчезает. Значит, где-то здесь типа пещера. Да, смотри, тут даже и присутствует вот такой вот воздухозаборник, это вроде, да? Да, вентиляция. И что, мне этот труп надо найти, да? Ну да. Кстати, на 10 контейнеров внимание не обращайте. Разработчик мне сказал, что пока на это не смотри, да пока кое-что недоделанное, потом все будет ясно. Хорошо. Также разработчик меня очень попросил показать, где мед, поэтому я его себе спавню, ребят. Да, спавню, потому что, чтобы его получить, ей надо пройти довольно большой квест. Опять-таки, у меня есть видео, как я проходил квест с огнеметом. Периодически я записываю видео по данной сборке, когда выходят какие-то крупные обновления. Тем более квестовый. Видео с огнеметом я уже записывал. Надо постараться, чтобы его получить. Кстати, контейнеры с радиоактивными отходами. Не случайно не это? Разыскать контейнер с радвеществом. Как раз таки это то, что надо, получается. Берем. Два, пусть будет. Так вот, что искал. Долго искать. Давайте лучше заспавним, я вам покажу. В общем, вроде должна гореть трава. Ну как бы вот. А ну-ка, если я стану, урон мне не будет? Нет, урона нет. В общем, вот такие вот дела. Она даже свечение какое-то дает. Смотри, прям по руке видно, что свет как бы идет. Если я отхожу, то свет спадает. Представляешь? Но что-то сталкерский движок способен. Такие дела. Теперь это будет какое-то время гореть, а я пойду дальше. А дальше это куда? На болото дальше. Да, я видел тут покойника, но пока подожди. Еще успеем туда сходить. Сначала посмотрим, что у нас тут. Автоматы, пожалуй, уже можно выкинуть даже. Опа, меня кто-то видит. Вот кровосос. Сейчас мы их пожгем. Смотри. Опа. Класс, а какая дальность у этого огнемета? Все, туда уже не достает. Ну, конечно, если что бы он был бесконечным. Так, тут что? С химическим веществом какие-то контейнеры, а они мне тоже нужны? А ну-ка. А эта дура уже весит 55 килограмм, ни хрена себе. Этот 10 килограмм. Так, ложи. Я что, оружие уронил? Судя по всему, да? Отдай мне, пожалуйста, мой огнемет. Ни хрена ты на камни залез. Вот это он умный. Все, я умер. Ничего себе ты умный. Давай на этот раз я буду осторожнее. А ну-ка, где эта тварина? Кстати, а если... Все, сгорел. Жесть, смотри, что происходит. Нет, в принципе, прикольно. Огнемет здесь действительно неплох, посмотрите его повреждения. Идем дальше. Снова какие-то бочки. Ну понятно, вывозили сюда отходы, значит, опа. Представляешь, он теперь невидимый, но он горит, и за ним можно проследить, смотри. Готов. Но меня еще кто-то видит, да что ты будешь делать? А не понял, эти бочки по 55 килограмм, наверное, их можно брать и таскать куда-то, продавать. А ну-ка, а если воду пульнусь? Вода не горит, еще бы, это был бред бы. Опа-опа, пошла радиация жестко. Не понял. Но фиксируем труп. Возможно, один из долговцев. Давай перезарядим огнемет. Раз, два, все дела. Откручиваем. Убираем баллон. Ставим новый. Опа. Закручиваем обратно. И все. Перезарядка происходит таким образом. Что по покойнику? Где-то он.
Опа, там люк. А что за люк? А вот не знаю, какой-то люк. Люк можно обыскать. Ой, какой жесткий звук радиации. У него мы находим 100 рублей. И автомат. Наверное, это все-таки не тот самый. Заметки сталкера. Болото просто кишит этими тварями. Откуда только взялась эта трехметровая чучела? Нас обоих потрепало. Мне дальше не двигаться. Надеюсь, командир найдет этот бункер. Какой-то бункер. Найти вход в бункер. Появился квест. И вот тут-то мы с тобой где-то тут видели покойника, да? Под землей. Возможно, это именно бункер. Давай-ка пойдем обратно. Вон там кровосос, кстати, наверху бегает. Я, конечно же, на жестком перегрузе. Опа! Сгорел. Ну, как видите, проблемы с FPS периодически бывают, но не забывайте, что у меня включено вот это отражение. Смотри, реально все отражается. То есть, все это жрет систему. Готов. А, ну и вон он горит на воде. Ну ладно, не все идеально, чёлы. Так, с внутренностью у меня траблы, конечно. Ну еще бы столько всего понабрал. 1000 зарядов будет достаточно. Вот как выглядят заряды для огнемета, если что. Перезаряжается огнемет, конечно, долго, но еще бы. Найти вход в бункер. А где он был? Я что-то потерялся уже, ребят. Где был этот воздухозаборник торчал, помните? Помните, я думаю. Опа, тут уже все. Стена невидимая. Сюда уже нельзя. А где же я увидел? Итак, вот он, этот воздухозаборник. Где-то здесь должен быть вход. Периодически краснею я, судя по всему, из-за радиации. Так, вход, значит, да? Да, ищем вход. Надо по кругу, наверное, оббегать. Значит, вот смотри, этот покойник. Тут какие-то кусты. Заходим в них и... И что? И вот тут какой-то вход замечается. В пещеру. Опа. И в итоге попадаем в пещеру хорошо закрытыми... Пещеру хорошо закрытую кустами. Так, что это у нас? Неужели вход в бункер тот самый? Ну, по крайней мере, труп тут присутствует. Пролезаем. А трупик уже не отмечается. Ну, скорее всего, тут либо выше, либо ниже. Тайничок. В тайничке спальный мешок, энергетик. Но тайники тут рандомные, напоминаю. И ниже все-таки присутствует. Последний долговец. Хочу оружие достать, потому что переживаю, что заспамнится тварь какая-то. Ну, смотрим. Записка сталкера. Добрался до бункера, но потерял много крови. Медикаменты на исходе. Дальше идти не могу. Найти вход в бункер выполнено. Но, видимо, тот самый ствол. Да, тот самый ствол. Найти оружие для перфоратора. Чем ему так приглянулся L85А2? Не совсем понятно. Хорошо, дальше что? Найти оружие, разыскать контейнеры с радиовеществом. Отправиться на территорию Восточная свалка и отыскать контейнеры с радиоактивным веществом для экспериментов по АИП профессора Лащинова. Нужно расспросить местных, может подскажут, где искать. Да, не забывайте, что мы ради этого сейчас искали ствол этот и шли по следам долговцев, чтобы по итогу сейчас отдать ему оружие, а он должен мне сказать, где искать отходы. В самом бункере-то что мы можем найти? Да в принципе что? Вот тут еще какая-то комната есть, спокойно военный, и здесь присутствует... Отходы, контейнеры с химическими веществами. Но опять-таки, каждый из них весит 50 килограмм, и я сомневаюсь, что нам надо это. Тут у нас тайник рандомный. Нам все-таки нужно с радиоактивными веществами отходы. Угу. И то, это же не отходы вроде даже, смотри-ка. Контейнер с радиоактивным веществом, то есть это не называется отходами. Как выглядит-то элочка? Ну вот так вот, автомат как автомат. Давай-ка перезарядим и постреляем. Ясно, он сломанный. Ну все, пошли сдавать квест с оружием. Раздобыл тебе ствол. Запарился выслеживать этих долговцев. Ай, молодца. За сколько выкупил? Да какой выкупил? Их всех положили твари трехметровые. Ствол с трупа забрал. Да ладно, вот же свезло. Ребят, жалко. Жалко у пчелки. Вот нехрен по нашим местам шастать. По твоему вопросу, там, на ЖД дороге, стоят вагоны. Вот там такая большая свалка. Там ищи. Скорее всего, в одном из вагонов. От них фонит неплохо. 3000, все заметки, рукоятка, зенит, РК-1. Еще есть? Нет, работы нет, зато можно. Починиться, даже улучшиться, смотри-ка. Даже вроде ему инструменты не нужны. Правда, обычно у таких ребят дорого стоит прокачка. Ладно, выходим. Где, говорит, какие-то вагоны? Ну, это, наверное, по железке надо идти. Разыскать контейнеры с радиоществом для профессора. Ладно, разыщем, не переживайте. Ну, я вижу по всей железке только вот в этом месте вагоны, судя по карте. Поэтому идем в это место. О, да, тут тьма тьмущая этих отходов. Смотри, все это можно взять. Жесть. Мне кажется, если тут покопаться, то можно много чего интересного найти. Может быть, какой-то тайник или что-то спрятанное. Может, какой-то мутировавший артефакт из-за этих отходов. Ну, сами посмотрите. Что ж мне вам весь абсолютно контент показать? Ну и где-то здесь в вагоне, да? Правильно говорит? А как же я это найду? А, ну-ка. Давай попробуем выжечь эту дверь. А, не выжигается. А вот эту... Ого, там что-то внутри взорвалось. Так, дверь выжглась. Как вам такое, а? И здесь мы находим с вами целую кучу этих отходов, этих веществ. Еще бы запрыгнуть наверх. А ну-ка. Это из бочки сюда внутрь. Жесть, что творится. Жесть, сколько их. Но мне много не надо, правильно? Мне 10 всего лишь, по-моему. Сейчас, когда квест обновится, тогда я... Все, квест обновился. А что, они разные еще? Да, они разного состояния, смотри-ка. Выбрасываем. В смысле? Обновлено. Еще взять? Все, обновлено. Идем обратно
в бар. Я с собой-то не унесу, как видите, это слишком много весит, поэтому придется пользоваться нелегальными способами. Я переместился к профессору, давай его цапаем, чтобы поговорить с ним. И еще раз говорю, ни у кого, надеюсь, не будет сейчас каких-то претензий, что я переместился, потому что если я еще бы предварительно качался, ну то есть бегал, записывал серии, как я бегаю, а, вы не хотите видеть, как я просто бегаю и собираю себе экзоскелет, да, чтобы все эти контейнеры перенести. Что ж, а мне тоже как-то, знаете, особо желания нет, просто сидеть вне записи, зачем-то там собирая экзу. Поэтому я просто беру, перемещаюсь, дабы вам показать. А потом уже, как-нибудь, может быть, на стриме поиграю для себя. Разумеется, уже будем выкачивать экзу на килограммы, артефакт на килограммы искать. Раздобыл я ваши контейнеры. Забирайте быстрее, фонят они знатно. Вот спасибо. Вы не представляете, как вы помогли в развитии науки. Да мне главное, чтобы было на какие шиши радиацию вывести из организма. Да, ваша награда. Вот, держите. Как я обещал, немного денег и новейший прототип детекторов Феникс с расширенными функциями. Денег что-то и правда немного, всего 4300, но радар-детектор Феникс, возможно, меня удовлетворит. Увидимся. Что там за Феникс такой? Радар-детектор Феникс. Экспериментальный радар-детектор расширенной функциональности. Добавлена программа фиксации жизненных форм в радиусе 50 метров относительно детектора. При этом сохранена возможность обнаружения артефактов и аномальных зон. С целью безопасности режим поиска живых существ включается автоматически, если прибор закрепить на пояс, чтобы не загружать экран детектора избытком данных. Прибор передает данные о живых существах на экран КПК. Ага, то есть его можно поставить на пояс или как? Не понял, подожди. Но пока я его могу только в руки взять. И тогда он мне показывает аномалии. И даже артефакт тут есть в баре, серьезно? Так, по поводу живых существ не понял. Как-то его на пояс, что ли, надо вешать? Написано, что да. Чтобы не загружать экран детектора избытком данных, прибор закрепить на поясе. Или как, подожди. А, я, кажется, понял. Смотри. Или не понял. На царе, на миникарте сейчас, обращаю внимание, далее ставлю его в слот-детектор, и появляются две точки серые, видишь? Не понял. Если по карте смотреть, по карте их нет. А, ну да, он как бы уже стоит и показывает. Все понял, все, его можно не держать в руках, достаточно положить в слот. И на карте отмечаются две точки, это какие-то котики вроде тут бегают. А если убрать, то они исчезают. Понял прикол? Надеюсь, что понял. Пойдем посмотрим на котиков. Вот они, маленькие котики. Слушайте, ребят, я видел, что видео на ютубе с котиками набирает много лайков, поэтому и мне, пожалуйста, поставьте лайк за маленького котика. Ладно, ладно, я уберу от него ствол, а то сейчас начнут. Но я бы назвал его, пожалуй, уголек. Вот этот будет у меня уголек, а еще один тут где-то был, да? На карте отмечается. Вот этот будет сметана. Очень мне эти котики нравятся, буду их так называть. Что еще я вам должен показать? Спавню себе экзоскелет, одеваю его. И давай использовать аптечки. Значит, смотри, используем красную аптечку. Угу. Армейскую. Научную. И она используется, как вы понимаете. Антирад. Ну все, а вроде если бинт использует, то такого уже не будет. Ну да, посмотрим. Нет, бинт его просто разрывает и использует. В общем, такие дела. Это экза из ганслингера теперь тут будет присутствовать. А, еще, кстати, на огнемет теперь по-другому реагируют. Матерятся и ругаются. По-моему, раньше они вообще не мы были. Как раз таки, если старые видосы мои посмотреть по обновлению с огнеметом, то вроде как молчаливые они были. А вот сейчас должны орать, ругаться. Проверим. Давай кого-нибудь найдем тут гулящего. Ну, он какой-то сидит маленький. Хотя вот именно что он сидит. Ого, какой-то научный костюм у него. Интересный. А ну-ка. Да что-то не кричит. Анимация присутствует, анимация добротная. Не знаю, откуда ее достали. Ну просто возможно, это не доделали, а возможно, что, по идее, они должны какую-то чушь нести, когда по ним жгешь, а ну-ка. Ага. Вот такая. Вот, все, пань, теперь заработала. Просто, видимо, не всегда прокает. Ох, ебать, как бы коней не двинуть. Нехороший вы, блядь, человек. Кого? Понятно, понятно, смешно, шутить не буду. Как бы, говорит, коней не двинуть. Ну, в общем-то, вот, добавили какие-то такие крики. Раньше они реально просто молчали, дергая руками, сейчас что-то говорят. Конечно, наверное, если человек будет гореть, он будет вообще как бешеный орать. Умираю. А он как-то, нехороший вы человек. Знаешь, как-то он ласково обо мне высказался. Ну ладно, тем не менее, такое есть, я вам показал, как бы фиксируйте. Котик, ты что делаешь? Ты что, труп кушаешь? Ты чё, дурак, что ли, котик? Ты же милый маленький. Иди отсюда. Ты чё, котяра, наделал?
Охренеть, будто думаешь с вами, что котики милашки, пушистые мохнашки, а он труп жрал только что. Что? В принципе, я все показал вроде как. Но единственное, что еще я вам могу показать, это, наверное, C4. Ну, это взрывчатка в данном случае у меня в руках. Composition C4, 1700 грамм. Бросаем. Вот она устанавливается как бы. Далее достаем детонатор, который у нас на другом слоту. И нажимаем. Все, как видите, используется. Я надеюсь, я котика не убил. Нет, два котика живы. Ко мне претензий не... Вы чё орёте? Еще есть какая-то взрывчатка? А ну-ка, бросай. Ну, это уже боль такая стандартная, выглядящая. Достаем снова детонатор и... Ну, вот так вот. Как бы показать должен был. Снова куда-то он там ее кинул. Подрываем. Можно устраивать какие-то засады. Может быть, в будущем будут какие-то квесты на подрывы. Ну, или там, может быть, даже можно было дверь подорвать у того вагона. Но, вероятно. Так, а если я разобью эту бочку, ее можно разбить? Воу. Но она взрывается. Батюшки. И теперь тут какой-то дым непонятный. В смысле, котик? Нет, котик! Котик, я не хотел этого! Котик, зачем ты полез под взрыв? Ты чё? Котик. А чё с него нож? Кошачий хвост. В зоне невероятно большие размеры по сравнению с домашним питомцем. Да нет, это обычный котик. Ё-моё, за шо? Ребята, ко мне ноль претензий. Он умер в ходе эксперимента. Непредвиденные обстоятельства случились, ребят. Вы же понимаете. Ой, я умираю, кстати. Короче, взорвалось тут теперь какое-то облако вот такое радиоактивное. Вот. И в нем жестко радиация. Такие дела. Как вам обновление? Пишите, что думаете, как вам квест? Ссылка на группу данного мода сборки будет в описании. Можно зайти, скачать актуальную версию, посмотреть, что да как, написать какие-то отзывы или что-то еще. Возможно, дать рекомендации, пожелания. Всем большое спасибо. Данная сборка одна из немногих, которая пока еще живет, не загибается. Новая версия периодически выходит, и в них действительно что-то добавляют новое. Поэтому кому не безразличны моды на платформе Call of Chernobyl, хотя, мне кажется, пик их популярности, конечно, уже прошел, но добротные сборки все еще присутствуют. Заценивайте. Всем большое спасибо. Не забудьте поддержать это видео своим лайком. Всем пока.